Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я сходила на почту и получила долгожданную посылку от интернет-магазина Grand Stock. Эту покупку заказывала полностью моя мама, и мне очень интересно посмотреть, что же там будет. Кстати говоря, Grand Stock – это магазин отечественных производителей из Иваново. Я считаю, что в такое непростое время нужно поддерживать наших производителей, поэтому мы сейчас полностью перешли на покупки из интернет-магазинов. Я знаю, что вам нравятся распаковочки, мне самой очень интересно, что же заказать там мама. Поэтому это будет сюрприз и для вас, и для меня. Итак, смотрите, первое, что здесь лежит, это вот такой вот комплект постельного белья. Мама заказала полуторный. Вы просто посмотрите, какое оно красивое. Здесь рисунок, это ирисы, цветы. И сама даже упаковка очень симпатичная. То есть можно просто даже на подарок кому-то из своих близких подарить. Это постельное белье сделано из вязи, 100% хлопок. Я вижу, что здесь написано, что в комплект входит пододеяльник, простыня и две наволочки. Отличный вот такой вот подарочек. Распаковывать не буду, потому что точно кому-нибудь подарим. Следующее, что лежит в коробочке, это вот такая вот скатерть столовая, 100% также хлопок. Мама заказала для себя размер 145 на 180, цена 560 рублей. В принципе, такая вот достаточно нейтральная расцветочка, посмотрите, цветочки, очень, думаю, подойдет для создания уюта в доме. Следующее, что было в коробочке, это вот такой вот набор из двух кухонных полотенец. Получается, первая расцветочка вот такая, вот здесь какая-то зеленушечка, укроп и перчики, в общем, для кухни. А вот это полотенчико, оно мне нравится даже гораздо больше, чем то зелененькое, потому что здесь такие вот красивые, яркие, сочные осенние цвета. И подсолнух, а это символ Кубани, как вы знаете. Я думаю, такие полотенчики точно украсят кухню моей мамы. А их размер 45 на 60. Еще одно полотенчико заказала мама, такого, знаете ли, приятного голубенького цвета. Сейчас посмотрю, что здесь на этикетке написано. Полотенце махровое, размер 50 на 90, состав 100% хлопок, а цвет у нас не голубой, а флорентийский синий. Вот такое вот полотенчико. И, пожалуй, самое большое, что было в этой посылке, это вот такой вот подарочек. А что это? Это плед. Плед у нас флисовый, называется «Роскошь». А мама заказала размером 220 на 200, и его цвет называется «Шампань». Вот так вот, торжественно. И вот знаете, вот я вот его трогаю, и вот чтоб не соврать, по ощущениям, похоже, как будто я глажу плюшевого медведя. Вот настолько приятное качество у этого пледа. И размер большой, как раз таки под кровать, которая у родителей. То есть они накроют, ну и очень будет симпатично выглядеть. Мне нравится. И вы знаете, еще как сделано, как оно презентовано, то что вот с таким вот симпатичным бантиком, если на подарок, то вручаешь и все. И люди радуются. Ну что ж, вот такая вот сегодня посылочка мне пришла, которую полностью купила мама. Обязательно я ей все передам из рук в руки, так скажем. А напоследок я хочу спросить у вас, какие товары вы, как правило, любите покупать в интернет-магазинах. Обязательно пишите в комментариях. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам нравится. И не забывайте комментировать мои видео. Увидимся с вами в следующих роликах. Всем спасибо. Всем пока-пока.